Добрый вечер. Телеканал «Новый век» представляет вашему вниманию новую программу об экономике. О реальной экономике. Мы ее так и назвали. «Реальная экономика». Название не случайное. Более того, мы тщательно подбирали его. Искали нужные сочетания слов и, по-моему, нашли его. О чем программа? Это будет не просто экономическое обозрение. И уж точно мы не будем рассказывать, например, о спекулятивных операциях на фондовых рынках. Наша программа не об этом. Она о том, что принято называть реальным сектором экономики. Если разобраться, не так много на российском телевидении подобных передач. Программ не об абстрактных инвестициях и бизнес-проектах, а о реальных предприятиях, которые являются, по сути, основой не только роста экономики, но и благополучия граждан и республики, и всей России. «Реальная экономика» – новая телепрограмма о предприятиях-лидерах, вернее, о людях, которые там трудятся. И эти люди среди нас. Они вместе с нами работают на наш общий успех. В студии Тимур Бекмурзин. Мы начинаем. Нефтепереработка как точка роста экономики страны. Инвестиции в повышение безопасности производства, в повышение эффективности производства. Это инвестиции в будущее. Без вредных стоков. На ТАИФ НК заработали очистные сооружения по уникальной технологии. Эта программа внедрялась в натуральном выражении, соответственно, в денежном выражении. Технологии энергосбережения в действии. Нефтехимики Татарстана поделятся формулой успеха. Главными критериями при выборе той или иной финансовой организации являются в первую очередь это финансовые показатели, и во вторую очередь являются рейтинги банка. Клиентоориентированный банк. Как его определить и насколько мы сами финансово грамотны? Все расскажем. Мы живем в очень интересное, я бы даже сказал, захватывающее время. По сути, именно сейчас решается будущее России, ее место в глобальном мире. Причем не просто на годы, на десятилетия вперед. Вновь избранный президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию обозначил те амбициозные цели, к которым мы должны стремиться в ближайшие 5-6 лет. Если образно, Путин призывает всех нас поймать ту технологическую волну, которая позволит России вырваться далеко вперед. Но что это за ориентиры, которые обозначил лидер страны? Назовем только самые общие. В ближайшие 6 лет Россия должна увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза. С 24 тысяч долларов в 2017 году до 35 тысяч в 2024 году и 40-42 тысяч долларов к 2030 году. Экономисты уже подсчитали, чтобы добиться такого результата, экономика России должна расти минимум на 6% в год. Это существенно выше, чем среднемировые темпы роста ВВП и намного больше, чем базовый прогноз на этот год Минэкономразвития России на уровне 2-2,5%. Где эти резервы роста экономики? Это очень важно. Они есть, и мы об этом будем много говорить в нашей программе. И о наращивании несырьевого экспорта, и об увеличении производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе. Все это источники роста, но они не заработают без изменения структуры национальной экономики. Ничего не имею против наращивания экспорта «Газпрома» на зарубежные рынки, но этот процесс должен идти одновременно с масштабной программой газификации внутри страны. Это же понятно. То же самое касается и экспорта нефти. Очевидно, что в долгосрочной перспективе переработка черного золота внутри страны более выгодна. Компания ТАИФ НК – наглядный пример того, как нефтепереработка приносит прибыль даже в условиях не всегда благоприятной конъюнктуры цен на сырье. Об истории становления нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске, его современных буднях прямо сейчас. Thank you.
Когда некоторые, с позволения сказать, эксперты заявляют, что в нашей стране за последние 20 лет не построено ни одного большого завода, что все, что мы имеем, это задел советского периода, знаете, это наглая ложь. Татарстан наглядный тому пример. Не то что отдельные предприятия. Республика фактически создала за эти два десятилетия целую высокотехнологичную отрасль – нефтепереработку. Это сегодня предприятие нефтеперерабатывающего комплекса, входящего в группу компаний «ТАИФ», промышленные локомотивы всей экономики Татарстана. В конце 90-х республика находилась перед сложным выбором. Запасы легкой дивонской нефти, десятилетиями кормившие всю страну, таяли на глазах. И хотя добычу сырья Татарстан держал на стабильно высоком уровне, баланс менялся в невыгодную для нас сторону тяжелой, высокосернистой нефти. Что делать дальше? Оставаться примитивным поставщиком сырьевых ресурсов на зарубежные рынки становилось все менее выгодным. Собственной нефтепереработки в Татарстане не было, да и в России в целом отрасль была в тяжелом положении. Решение созрело в конце 90-х. Специалисты ТАИФ взялись воплотить в реальность идею строительства полноценного нефтеперерабатывающего завода. Первой основой для этого стала установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, которую ТАИФ тогда взял в аренду у Нижнекамскнефтехима. В середине нулевых ТАФНК продолжил курс на дальнейшую модернизацию нефтеперерабатывающего завода. Следом началось строительство новых двух крупнотоннажных производств. Установки по производству бензинов и установки по переработке газового конденсата. Сегодня ТАФНК – это развитый мощный комплекс нефтеперерабатывающих предприятий, в состав которого входит сразу несколько заводов. Нефтеперерабатывающий, завод бензинов, установка по переработке газового конденсата, установка по производству битума. К запуску готовится масштабный проект – комплекс глубокой переработки тяжелых остатков с глубиной переработки на уровне 98,6%. Каждый проект АФНК уже реализованный или готовый к запуску, или еще только на бумаге, неважно. Это проект, который отвечает всем самым жестким нормам и требованиям по безопасности, экологии, природе и ресурсосбережению. Это правило. И даже если хотите, жизненная необходимость для современной компании, которая работает в соответствии с мировыми стандартами. Современные очистные сооружения после реконструкции были введены в эксплуатацию на Нижнекамской площадке ТАФНК в июне прошлого года. Это во многом уникальный проект, который в России пока в таком виде нигде не реализован. Цена вопроса для ТАФНК составила 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Серьезные инвестиции, которые, впрочем, позволили ТАФНК решить главный вопрос – обеспечить практически 100% очистку промышленных стоков, превращение их в чистую воду. Вода после этого снова возвращается в производство для повторного использования. Такой своеобразный замкнутый цикл – в этом отчасти и уникальность технологии. Мы очень благодарны группе компании ТАИФ за эту большую и качественную работу. Такой комплекс, который сегодня у нас, мы который создали и сделали, его такого в России нет, ни в Татарстане, ни в России на сегодняшний день его нет, этого такого замкнутого контура. Реконструкция цеха локальной очистки промышленных сточных вод – крупнейший экологический проект АФНК. Очистные построили практически заново на территории цеха старых сооружений, которые уже не отвечали современным требованиям. Производительность новых очистных сооружений составляет 500 кубометров в час. Для достижения таких показателей при разработке технологической схемы очистки стоков были внедрены самые передовые методы очистки, существующие в мировой практике. Спуском этого объекта, спуском этого цеха, скажем так, наше предприятие решило такую стратегическую задачу по переработке всех своих стоков 100% и 100% возврату промышленных стоков, очищенных обратно в производство. Это тот случай, когда название «Цех локальной очистки промышленных стоков» не отражает всей грандиозности и мощи объекта. По сути, это настоящий завод. Завод по переработке такой вот жижи в идеально чистую воду. Ее даже можно пить, не отравишься. Но предназначение ее, конечно, другое. Она снова идет на нужды производства. Такой вот круговорот воды только не в природе, а в масштабах отдельного предприятия. Очистные сооружения полностью автоматизированы. Работоспособность огромной, многоступенчатой системы поддерживают всего несколько человек. Стоки после механической очистки поступают в блок физико-химической очистки. Оборудование, которое здесь применяется, самое передовое и современное.
Затем очень важный этап биологической очистки. Суть процесса – создать специальную среду, когда запущенные в нее микроорганизмы поглотят все нефтепродукты. Поток уже очищенной воды проходит через современную систему фильтрации. Вода после нее уже чистая, но соленая. Далее процесс обессоливания. Небольшая часть солевого концентрата также не выбрасывается, а закачивается в подземные пласты в специально пробуренные скважины на глубине около 2 километров. Очистные ввели в эксплуатацию в рекордно сжатые сроки. На реализацию проекта ушло 3 года. Но эти сооружения не просто вывели экономику Тайфынка на новый уровень, они оказали благотворное влияние на экологическую обстановку во всем Нижнекамске. Сегодня в программе мы говорим об источниках или резервах роста экономики. Но не стоит забывать и о рисках, их ведь тоже немало. Это и технологическое отставание нашей страны в отдельных отраслях, критическая зависимость по ряду технологий, ну и, наконец, очевидные проблемы финансового сектора. Стоит ли говорить лишний раз о том, что рынок заимствований на Западе для российских компаний сейчас ограничен? Поэтому, я уверен, стране жизненно необходима собственная, самодостаточная финансовая и банковская система. Но и здесь есть ряд ограничений. Сегодня мы коснемся проблемы, которая, на мой взгляд, достаточно редко попадает в фокус внимания СМИ. При этом проблема эта важнейшая, может быть, даже ключевая для экономики страны. Поговорим о финансовой грамотности, вернее, о том, как ее повысить в России, а также о том, как, по каким критериям выбрать банк, не только с оптимальными процентными ставками, но и надежный. Деньги любят счет. Эта расхожая фраза сегодня снова актуальна. Несмотря на повышение уровня жизни в регионах России, жители нашей страны по-прежнему не умеют обращаться с деньгами. В социологических опросах россияне признаются, что тратят деньги на ненужные вещи, вместо того, чтобы откладывать хотя бы небольшую часть дохода ежемесячно. Люди не знают, как грамотно вложить деньги и сохранить их, каким банкам доверились накопленные суммы. Когда удается, то откладываем, а как нет? Все деньги уходят на удовольствие, путешествия, развлечения. И, конечно, хотелось бы больше, но откладывать не получается. Живем как бы одним днем, то есть сегодня есть хорошо, а завтра уже думаешь. Словом, финансовая грамотность в России находится на достаточно низком уровне. К сожалению, это даже не констатация факта, а болезненный удар для всей финансовой системы страны. Исправить ситуацию можно с помощью регулярных системных действий. Государство уже инициировало ряд мер, которые могут в перспективе повысить финансовую грамотность россиян. Например, в школах появился факультативный предмет «Финансовая грамотность». Ученикам старших классов, которые совсем скоро станут совершеннолетними гражданами страны, объяснят, как правильно копить деньги, инвестировать заработки в пенсионные накопления, защитить себя от финансовых мошенников, взять безопасный кредит под небольшие проценты. Однако, пока младшее поколение постигает основы грамотного обращения с деньгами, взрослое население регионов совершает ошибки, которые дорого им обходятся. Взял кредит, машину взял, оказался на улице. И никаких кредитов, куча подводных камней. С этим лучше не сталкиваться, не связываться абсолютно точно. Жители берут невыгодные кредиты и так называемые займы до зарплаты, которые оборачиваются тяжким бременем в виде ежедневных процентов. Россияне продолжают хранить деньги дома или в неблагонадежных кооперативах вместо выгодных вкладов в крупных банках. В целом ситуация складывается не самая приятная. Различные рейтинги финансовой грамотности стран ставят Россию на позиции ниже, чем в развитых странах. Скажем, согласно последнему рейтингу Организации экономического сотрудничества и развития, Россия занимает 9-е место из стран большой двадцатки по показателю финансовой грамотности. Я думаю, что основная проблема состоит в том, что мы с вами родились и выросли немножко в другую эпоху. Соответственно, с изменением макроэкономической ситуации в стране у нас с вами есть определенные знания и навыки. В школе мы проходили уроки алгебры, в институте уже проходили такую дисциплину, как высшая математика. Но все наши знания и навыки применить в новой среде для нас всех представляет определенную трудность. Как выбрать оптимальный банк? Неважно, индивидуальный ли вы предприниматель, владелец компании или физическое лицо, есть общие критерии, которые характеризуют надежность банка. На что следует обратить внимание? Совет от профессионалов. Главными критериями при выборе той или иной финансовой организации являются в первую очередь это финансовые показатели, это размер прибыли, размер активов, размер собственного капитала. И во вторую очередь являются рейтинги банка. Существуют различные как международные рейтинги, так и национальные рейтинги. Для понимания,
Банк «Авер» занимает первое место уже несколько лет подряд по размеру прибыли. За 2017 год размер прибыли банка составил рекордные 2,3 миллиарда рублей. Для сравнения, вот по данным издания Forbes, банк «Авер» занимает 23 место среди 100 самых надежных банков Российской Федерации. В банках с высоким уровнем клиентского сервиса и качественными продуктами постоянно обновляются выгодные предложения, как для физических, так и для юридических лиц. К примеру, ипотечные кредиты в банке «Авер» становятся еще более доступными. Особые условия для молодых семей. Так банк следует общероссийской политике, поддерживая семейные ценности и помогая улучшать демографическую ситуацию в стране. А для предпринимателей всегда действуют особые индивидуальные условия под потребности клиента. Банк «Аверс» предоставляет полный спектр услуг для физических и юридических лиц. Я остановлюсь буквально на двух из них. Большой популярностью у наших клиентов пользуется ипотечный продукт «Перезагрузка 2.0». Данный вид кредита позволяет получить новый ипотечный кредит, при этом понизив процентную ставку, позволяет в случае необходимости увеличить срок кредитования, либо его же сократить, позволяет изменить вид платежа с аннуитетного, например, на дифференцированный и обратно. Таким образом, клиенты имеют возможность снизить финансовую нагрузку на свой семейный бюджет и оптимизировать свои финансовые траты. Что же касается юридических лиц, банк «Аверс» предоставляет полный спектр услуг под потребности любого юридического лица. Это и расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, зарплатные проекты, банковские гарантии и различные виды кредитования. Правильно выбрать банк – уже половина дела. Дальше рекомендуем вам разобраться с тем, как выбрать самый выгодный именно для вас вклад или инструмент инвестирования. В этом вам помогут специалисты. Даже если вам не нужен вклад или кредит, специалисты Аверсбанка всегда проконсультируют вас по актуальным вопросам, расскажут, как быстрее накопить нужную сумму и как ее сохранить и приумножить. Если вы уже стали клиентом банка «Аверс» и получили помощь консультантов, воспользуйтесь удобными технологиями. Скачайте смартфон приложение «Мобильный банк» и управляйте своими финансами в два клика. Это легко и безопасно. С помощью мобильного приложения банка «Аверс» клиенты могут получить доступ к актуальной информации по карточным счетам, совершать платежи и переводы с карты на карту, оплатить прочие услуги. В приложении доступна удобная опция создания и сохранения шаблонов операций, что значительно ускоряет и упрощает процесс осуществления переводов и платежей. В случае утери или кражи карты через приложение можно экстренно ее заблокировать. Отличный мобильный банк. На мой взгляд, вообще все усовершенствовано, все понятно, что куда нужно нажимать. Благодаря приложению быстро оплачиваю счета, совершаю переводы, все устраивается очень удобно. К слову, новейшие технологии вовсе не отменяют потребность визитов в банк. Финансовые консультанты Аверсбанка расскажут, как быстро меняется рынок финансов и как инвестировать средства на ближайшую перспективу. Так что просто возьмите за правило – приходить в банк хотя бы раз в месяц. Доверяйте профессионалам, и ваше финансовое положение всегда будет на высоте. В реальной экономике России у нас еще много узких мест, факторов риска, которые негативно влияют на деловой климат в стране. Невысокая финансовая грамотность населения – один из таких факторов. Впрочем, и к нему можно относиться двояко. С одной стороны, это, безусловно, минус для финансовой системы, деньги под подушкой. С другой, это мощный резерв для развития экономики. Где еще есть эти резервы? Их очень много. Скажем, повышение энергоресурсоэффективности – это сегодня один из ключевых факторов успеха для любого предприятия, особенно в такой энергоемкой отрасли, как нефтехимия. Компания «Нижнекамскнефтехим» добилась серьезных результатов в этом направлении. Кое-что из достижений было представлено на последней выставке «Энергетика. Ресурсосбережение» в Казани. О том, какую конкретную выгоду приносят предприятию меры по энергоресурсосбережению, в нашем следующем репортаже. Нефтехимия – отрасль энергоемкая. Это аксиома, неоспоримый факт. Причем и в России, и в мире. Но нефтехимия еще и отрасль крайне конкурентная. Нижнекамскнефтехиму хорошо это известно, ведь половину своей продукции компания экспортирует за рубеж. Как оставаться не просто на плаву, а еще и в лидерах отрасли? Сохранять позиции ведущего экспортера? У татарстанских нефтехимиков есть ответ на этот вопрос. Нужно не только наращивать объемы производства, модернизировать технологии, но и снижать удельные нормы расходов на единицу продукции, внедрять программы энергоресурсосбережения. Это серьезная статья расходов для предприятия, но эффект того стоит.
Проведенный анализ потребления энергоресурсов показывает, при увеличении товарной продукции в среднем на 55%, потребление энергии растет на 25%, а тепловой более чем на 30%. Но эти затраты можно снизить за счет модернизации. Компания экономит средства и на водяном паре. Для этого с 2013 года возобновили возврат конденсата с производств Нижнекамск-Нефтехима на Нижнекамскую ТЭЦ-1. Возвратный процесс усовершенствовали точным аналитическим оборудованием. Контроль качества конденсата проходит в режиме реального времени. 11 высокоточных приборов на нескольких заводах первой промышленной зоны и на самой ТЭЦ круглосуточно следят, чтобы ни одна капля загрязненного конденсата не попала в технологический цикл Нижнекамской ТЭЦ. Ежечасно в ТЭЦ поступает от 300 до 400 тонн очищенного конденсата, а оттуда снова возвращается на заводы в виде пара. За 5 лет реализации программы на Нижнекамск-Нефтехиме теплоэлектростанция получила более 8 миллионов тонн возвратного конденсата, а предприятие сэкономило на оплате тепловой энергии около 400 миллионов рублей. Здесь представлено все вот по нашим заводам, по нашим подразделениям, как эта программа внедрялась в натуральном выражении, соответственно, в денежном выражении. То есть это не только, скажем так, снижение расходов, но и существенная экономия денежных средств. В масштабах же всего комбината по всем направлениям эффект еще более внушительный. Это уже 4-й по счету с 2000 года программа по энергоресурсосбережению, реализуемая на Нижнекамск-Нефтехиме. За это время проведено около 1300 энергосберегающих мероприятий. Это обошлось компании в общей сложности в 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Зато отдача в разы больше. На сегодня уже удалось сэкономить 6 миллионов гигакалорий тепла, 378 миллионов киловатт-час электрической энергии и 195 тысяч тонн условного топлива. В денежном выражении это 4 миллиарда 642 миллиона рублей. Каждые 5 лет программа разрабатывается, ежегодно корректируется, исходя из технологических условий. Вносятся дополнительные мероприятия, поквартально отчитываются заводы перед управлением акционерного общества. И программы корректируются ежегодно. Мы участвуем в выставках энергосбережения. Основные достижения программы энергосбережения – это направлено на снижение удельных норм энергопотребления, замена электрооборудования, замена электродвигателя большей мощности на двигатель с меньшей мощностью, полная загрузка технологических процессов, замена катализаторов, применение частотно-регулируемого привода и другие технологические мероприятия. В этом году компания сделала упор на строительство новых печей пиролиза на заводе «Этилена» и на модернизацию производства изопрена. В результате меньше затрат, энергопотребления и сокращение вредных выбросов в атмосферу. Их станет меньше на 16%. Новые технологии позволят увеличить и производство изопренового каучука. Занимаемся обвязкой печи, технологических трубопроводов также. Сейчас в настоящее время поднимаем клапана, солим клапана на печь на 23-ю отметку. Энергоэффективность и экологическая безопасность. Два в одном. Сразу два этих фактора работают и приносят результат. На одной установке «Фармокс», которая была запущена в прошлом году на заводе «Изопрена Мономера». «Фармокс» – это установка для производства формальдегида. Завод «Изопрена Мономера» и прежде занимался выпуском этого продукта. Но за счет ввода в эксплуатацию новой установки выработка увеличится практически в 2 раза. Здесь меньше потребления метанола для производства формальдегида, чем на старом производстве. Это улучшает экономические показатели. Кроме этого, на «Фармоксе» дополнительно вырабатывается пар, который подается в сеть для нужд потребителей Нижнекамск-Нефтехима. Габариты установки меньше, а процесс более энергоэффективен. Данная установка «Фармокс» отличается повышенной энергоэффективностью. То есть, во-первых, если мы на существующем производстве формальдегида и ФА-16 тратим пар на производство изопрена, здесь он, наоборот, вырабатывается. Вырабатывается в достаточном количестве, чтобы направить его в дальнейшем на производство изопрена, который потребляет пар, и тем самым снизить потребление пара с ТЭЦ покупного. Еще одно ценное достоинство установки «Фармокс», как мы уже отмечали, ее экологичность. На высокотехнологичном производстве отсутствуют выбросы отходов и вредных веществ. В атмосферу сбрасывается только чистый пар и углекислый газ.
каждый понедельник на телеканале «Новый век». Предприятие «Лидеры». Финансовые технологии, которые приносят успех. Ведущие отрасли экономики Татарстана. И люди, которые знают свое дело. Как работает реальная экономика? По понедельникам в 22:10. Повтор программы в среду в 13:30. Это все на сегодня. С вами была программа «Реальная экономика». Я Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.